просим прощения. Не бойтесь, мы опытные профессионалы. Да, мы исследуем летучесть сложных непостоянных в биосистеме при высоком давлении. Какой летучести? Вчера я случайно увидел это по научному каналу. Кажется, мы опоздали. Пейн будет доволен. Или будет меньше злиться. Взять, Спайди! Руки, все! Быстро! Все кончено, Спайда! Для вас! Композиторы Эллен Гарсия и Ноум Кэниел. Режиссер Оливье Йонгерлинг. Атом. Альфа Тинс Он Машинс. Из плоти. Автор сценария Кевин Хоббс. Есть идея? Врезать кому-нибудь. Неплохо вышло. Новый рацион? Эй, мой обед! Не могу говорить! Украсть чужой обед нехорошо! Все! Отличный бургер! Забыл фри! Угощайся. Немного ума получше, чем много мускулов. У тебя действительно мало ума. То, что украл Спайда, какая-то лазерная штука. Вместе с нейтронием она создает новый вид анестезии, которая не дает импульсам боли достигать мозга. То есть это будет болеутоляющий номер один. Что я такого сказал? Скоро моя боль будет делом прошлым и будущим Мэннинга. Но нам необходимо раздобыть нейтроний, поэтому я позаботился о новых мышцах. О, думаю, ты знаешь Альберта. Привет, Роджер. Пауки по-прежнему не дают тебе покоя. Меня зовут Спайда. Пусть так.
решил отрастить эти руки? Это просто механические приспособления. Они хотя бы придают вес твоему тщедушному телу. Лучше посмотри. Думаю, тяжести слишком часто падали тебе на башку. Хватит! Или вам обоим не поздоровится. Простите, мистер Пейн. Вы знаете, как я рад работать на вас. Очень. Успокойся, работа у тебя есть. Согласно данным мистера Ли, эта штука называется нейтронием. Она нестабильна и опасна. Как Пейн. Единственный образец нейтрония хранится в невротеке. Скоро его перевезут в специальном поезде, чтобы нейтрализовать. Мы возьмем сламу. Когда мистер Ли сказал, что разработал сламу специально для нас, он не шутил. Отлично. Надеюсь, сиденье с подогревом. О, высший класс! Кажется, Пейн здесь побывал. Он еще здесь. Позвать Шарка? Не надо, он сейчас на вершине блаженства. Что мы ищем? У тебя в мозгу есть увеличительное стекло? Проснись! Смотри, потом будет твой черед. Привет. Нейтроний. Аксель. Мэннинг, ты настолько не вовремя. Так свидания не будет? Займитесь им. Ладно. Не сработало. Кажется, придется положиться на себя. Где нейтроний? Нет! Ну, сегодня и денек. Ну что, давай. Альберт, помни, кто твой кумир. Oh!
Он здорово изменился. Возникла проблема. Я ее решу. Нет, Кинг, подожди! Классный момент! Вперед! Пусти кусок мяса, отпусти меня! Чолан! Мясо! Я люблю мясо! Всем стоять! Еще как стоять! Быстрее! Я могу вас кое о чем спросить? Да! Жидкий азот, он замораживает все подряд! Я не стану сосулькой! Спасибо! Вы нам очень помогли. Надо успеть на поезд. Восемь каналов. Блеск. Вилма Бишоп в прямом эфире. Я веду репортаж из Landmark City. Наш собеседник – мистер Ли из Ли Индастрис. Мистер Ли, что вы скажете по поводу протестов против перевозки нейтрония, представляющей угрозу для людей? Скажите, пожалуйста. Я могу лишь повторить, что будут приняты все меры безопасности во время перевозки и нейтрализации нейтрония. Жители Landmark City... Спасибо, мистер Ли. С вами в прямом эфире была Вилма Бишоп. До свидания. Эй, это мой мотоцикл! Но я еду на нем, болван! Кажется, Пейн спешит. Да, но куда? Судя по всему, он знает. Встретимся там. Стоять. Приятных кошмаров. Рождество рановато в этом году. Нам нужен нейтроний, не оружие. Кому нужно оружие, когда имеется это? Ну, невероятно. Черт, мистер Ли будет недоволен. Скажем, что это было испытание на прочность.
Кажется, у нас появились новые пассажиры. Проверь билет, да я поищу нейтрони. У меня тут 4 спящих красавицы, Пейна нет. Нет, тут нужен другой разговор. Ты бы выбрал партнера своего размера. Сплошной силикон. Мой нейтроний. Я оказался рядом. Ты так легко от меня не отделаешься. Я разогреваюсь. Сейчас я тебя прикончу, маменькин сынок. Всего тебе хорошего. Я не слабее и умнее. Кто плохой? Я плохой, да? Я рассчитывала найти тебя здесь, Пейн. Скоро я не буду чувствовать боли. Жаль, не могу сказать то же самое про несчастных пассажиров, когда поезд врежется в станцию. Такова жизнь. Нет! Снова ты! Нет! Нет! Моя боль ничто по сравнению с тем, что придется испытать тебе. Еще встретимся, Мэннинг! Флэш? Непредвиденная остановка. А Пейн и Спайдер? Отстали. Но нам еще нужно остановить поезд. Есть идея. Мне нужно на тот буфер. Прекрасно! Ум и мышцы — замечательное сочетание. Ты это заслужил. Зато сбросишь несколько фунтов. Билеты, пожалуйста.